Добрый день, мои дорогие! Приветствую вас на канале о моде и шопинге. Очень рада снова быть с вами. Я недавнее время ездила в Украину. У меня были там дела, которые требовали моего присутствия. А я теперь снова вернулась и снова с вами. И всем очень-очень рада. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Наталья. Я проживаю в Германии. Являюсь поздним переселенцем и работаю бухгалтером в Штутгарте. И по совместительству веду свой маленький YouTube-канал. Также планирую открыть канал по картам Таро. Надеюсь, вам такой формат тоже будет интересен. Ссылочку на свой новый канал, когда я его открою, я оставлю внизу под видео. Надеюсь, это случится уже в ноябре. И также сегодня предлагаю вам посетить в центре Штутгарта, универмаг Бронингер. Посмотрим с вами новые актуальные коллекции на сезон осень-зима. Все очень модное, красивое, Макс Мара и много других красивых торговых марок. И также хотела вам напомнить, что у меня розыгрыш на канале до 1 декабря. 5000 подписчиков. Мы с вами разыгрываем 3 чашки с блюдцем от фарфорового бренда Велерой Бог. А если у нас будет 6000, обязательно с вами разыграем очень красивую чашку от старейшего фарфорового бренда Мейсон. Поэтому обязательно подписывайтесь, порадуйте себя в преддверии праздников, и эта чашка вас будет радовать многие годы. Будете пить с нее чай, кофе и вспоминать мой канал и заходить ко мне почаще. Ну и давайте с вами прогуляемся по Бронингеру. А в конце я сделаю распаковку своих покупок от Gucci и от Loewe. Поэтому, кому интересно, досмотрите до конца. И начнем с вами с красивой инсталляции от Max Mara. Очень красиво. В виде пуговиц выполнено. И вот это пальто на сезон осень-зима. Выполнено из шерсти и вельвета. На подкладе смотрится, я думаю, даже через камеру видно, как красиво, премиально. 960 евро. И такая вещь, конечно, прослужит вам не один сезон. Шуба Тедди. Уже немножко вида изменилась. Такая вот безрукавка. 1140 евро. Очень симпатично. Конечно, Max Mara умеет делать красивые вещи. И такое пальто от Max Mara, тоже в красивом цвете кэмел на подкладе, 1065 евро. Конечно, Max Mara у нас не дешевая торговая марка, но здесь очень качественные, красивые вещи. Поэтому, конечно, очень много любителей этого бренда. Брюки в таком же цвете, ткань, шерсть. Очень смотрится, конечно, красиво, премиально. Цена 640 евро. Жакет от Max Mara, тоже ткань 6, и есть элементы из микровельвета, тоже в таком красивом цвете, 960 евро. Пуловер, все самое модное, актуальное от Max Mara, 600 евро. Еще такие брюки, тоже классический покрой, очень симпатично, цвет просто потрясающий, Max Mara, 430 евро. И такое пальто от Max Mara. Видите, внутри ткань с монограммой Max Mara. Я думала, может быть, оно двухстороннее, как мы смотрели с вами у Gucci. Но нет, это пальто одностороннее, 1555 евро. Но такое же пальто, которое мы смотрели у Gucci, мне понравилось больше. Правда, там цена была 2700. Посмотрим с вами платье от Zimmermann. Очень красивые платья у этого бренда. Выполнены из льна. Лен очень качественный, держит форму. Вот это платье 1500 евро. Их всегда продают. Но, честно сказать вам, я еще никого не видела в Штутгарте в платье от Zimmermann. Хотя они мне очень нравятся. А вот это шикарное платье 1100 евро. Ну, смотрится, конечно, потрясающе. Очень красивая фурнитура. И модели очень красивые. Ну, да я даже не знаю, куда его можно одеть. Ну и цена, конечно, у них не дешевая. А это платье на запах в розовом цвете из шелка, 775 евро.
если кому-то нужно на какое-то мероприятие, то можно, конечно, приобрести вот такое шикарное платье. А здесь у нас костюм от Симмерман, тоже выполнен из льна, блуза 1100 евро, тоже держит форму, красиво, леопард, все самое модное и актуальное. Манекены от Этро, тоже такой своеобразный принт у этой торговой марки, конечно, узнаваемый. Кардиган от Бальман. Тоже очень много любителей этого бренда. Красивая фурнитура. Кардиган 2290 евро. И кардигану можно приобрести юбку. Тоже посмотрите, будет смотреться, конечно, очень красиво. 1290 евро. Ну и цена, конечно, соответствующая. В новой коллекции косуха кожаная от Бальман. Посмотрите, как она смотрится. Тут даже можно не комментировать. В черном цвете и золотая фурнитура. Цена 2990 евро. Но я думаю, модницы знают, за что они платят. Кардиган от торговой марки Iris. Очень симпатичный, красивый цвет. 1495 евро. Пуловер от торговой марки Iris, тоже очень симпатичная модель, V-образный вырез, цвет голубой, симпатично смотрится, 850 евро. Юбка на сезон осень-зима из пальтовой ткани в черном цвете, смотрится очень хорошо. Цена 640 евро и название торговой марки вам показываю. Пальто в рубашечном стиле, как выпустила в этом сезоне Max Mara Weekend. Торговая марка Lunaria, 1900 евро и выполнена из шерсти. Смотрится симпатично, такое больше как на casual стиль. Торговая марка Arma, мы с вами уже знакомы, выпускает верхнюю одежду. Вот эта модель двухсторонняя, на одну сторону мех, а на другую кожаная. Можно вывернуть так и так. Очень удобно. И цена этой дубленки 1450 евро. Обратите внимание, кто ищет себе из натуральных материалов. Еще у нас с вами Max Mara. Очень много красивых моделей в этом сезоне представлено. В принципе, как и каждый год. И вот эта куртка из шерсти в цвете Camel 600 евро. И также к этой куртке можно приобрести такую же юбку. Будет смотреться как комплект. И показываю вам юбку, посмотрите, очень прелестная юбка, сзади на шлице также есть поясок, 380 евро, цвете кэмел и ткань шерсть. Пальто на запах от Max Mara, 805 евро, но это пальто без подклады, в темно-синем цвете, огромный выбор. Пальто в разных цветах, разной длины, покороче и длиннее, и разные модели представлены. Решила вам показать шапки от торговой марки Boss, представленные в двух цветах, camel и темном цвете, 80 евро. Торговая марка Riani, тоже всегда модные красивые вещи у них, из хороших материалов. И вот это пальто без подклады в цвете camel, 500 евро. Кожаное пальто от Riani, тоже симпатичная модель, интересный цвет такой зеленовато-коричневый, и пальто 650 евро, очень хорошая выделка кожи, смотрится элегантно и со вкусом.
пальто из шерсти от Риани в сером цвете. Цвет очень смотрится премиально, поэтому обратите на этот цвет внимание. Пальто без подклада. Изначально на камере он как-то немножко другим цветом, наверное, падает цвет. А так потом поближе видно, что это серый цвет. Цена 500 евро. Очень симпатичное пальто. Торговая марка Bogner. Это тоже премиальная торговая марка. У них очень симпатичные вещи. И вот показываю вам пуховики. Модель до середины бедра. 595 евро. Качество просто шик. А этот пуховик уже длиннее, 695 евро. Сейчас покажу вам на манекене, какая у него длина. И здесь кулиски, можно их ослабить или наоборот затянуть. И как вы могли обратить внимание, ценовая политика и качество этих пуховиков очень похоже с Max Mara и также с торговой маркой Erno. Очень симпатичные здесь вещи. И, кстати, этот магазин представлен в аутлете Метцинген. Нужно будет как-то с вами тоже туда зайти, посмотреть, что там интересного и по каким ценам можно приобрести эту торговую марку в аутлете. Санки детские представлены. Ну, здесь такие какие-то очень современные, прям очень смотрятся замечательно. Кстати, в Бронингере есть отдел, где продаются все снаряжения для катания на лыжах, велосипедного спорта. Если вам такая тема интересна, дайте мне знать в комментариях. Моя любимая марка Seductive. Она шьет брюки женские, модели замечательные, ткани просто шик. Вот эти твидовые брюки на сезон зима 370 евро. Конечно, очень дорого, но качество и пошив там того стоят. И вот эта модель мне очень нравится, и она представлена в нескольких цветах. Очень хорошие здесь ткани, 250 евро. И также, когда сезон заканчивается, можно приобрести эти брюки с хорошей скидкой до минус 50%. Посмотрим с вами, что интересного одето на манекенах. Пальто от Windsor 800 евро, пуловер Риани 400 и юбка от Риани тоже 400 евро. Кожаное пальто от Риани, как мы с вами смотрели, вот оно надето на манекене, 650 евро и платье 530 евро. Очень симпатичное пальто от Boss в коричнево-шоколадном цвете 500 евро, топ от Риани 120 и юбка от Риани 150 евро. Пальто мне прям очень понравилось, цвет красивый, ткань шер, смотрится оно очень достойно и цена дешевле, чем у Max Mara. И также очень часто мы с вами смотрели вещи от Hugo Boss, от Mark Cain и других торговых марок можно приобрести с хорошей скидкой. Манекены от бренда Rise, очень симпатичные вещи. Вот это платье вообще просто потрясающе смотрится. Нужно обязательно посмотреть, сколько оно стоит. Мягкая куртка, как мы с вами смотрели на манекене, в светлом цвете, 325 евро. Кожаная куртка от бренда Rise в шоколадном цвете, 540 евро. Очень хорошее качество. Вообще в Бронингере представлены только самые лучшие торговые марки и очень высокого качества. Платье, которое мы с вами смотрели на манекене, очень симпатичная модель в красивом цвете шоколад, 270 евро. И к платью можно приобрести ремень кожаный, он идет отдельно, стоимость 70 евро. И также эта торговая марка выпускает и пальто
495 евро в цвете кэмел и ткань шерсть. Идет без подклады. Тоже очень симпатичная модель, поэтому на любой вкус, на любой кошелек можно приобрести себе очень красивое, качественное пальто. Очень симпатичный пуловер из новой коллекции от торговой марки Rise. С высоким горлом, в составе есть шерсть, 195 евро. Вообще в Бронингере всегда очень хорошие качественные вещи и, как правило, всегда очень хороший состав, шерсть, кашемир, все-все самое лучшее здесь представлено. Перчатки кожаные от торговой марки Rise в черном и карамельном цвете по 85 евро. Вообще огромный выбор перчаток, нужно будет вам их чаще показывать. Торговая марка Sandro, всегда у них очень интересные вещи. Вот эта куртка-жакет 375 евро из такой интересной ткани, немножко буклированной. Красивая фурнитура, всегда смотрится элегантно. И также такой жакет есть в светлом цвете, обязательно с вами посмотрим. Кардиган от Sandro в светлом цвете, из плотного трикотажа, 245 евро и застегивается на кнопках. И такой же жакет, как мы с вами смотрели, в черном цвете. Есть в светлом, здесь уже можно детальнее рассмотреть, какая здесь интересная ткань. Черный, конечно, на камере не так хорошо передается, а в светлом цвете уже более поприятнее. 375 евро можно выбрать в светлом или в черном цвете. Очень красивые модели, конечно, у Sandro. Очень симпатичное пальто от торговой марки Sandro из шерсти, 575 евро на подкладе. И здесь у меня Gucci и Loewe. Gucci шлепанцы. Я мечтала о красивых, модных, таких вот ярких шлепанцах и решила приобрести их в Италии, хотя до этого взяла в Мэтцингене у Тори Бёрч. Они еще абсолютно новые, я их только один раз носила, но решила взять еще и Gucci. Но мне кажется, что эти шлепанцы делаются специально для аутлета, потому что на официальном сайте и в бутике Gucci я их не видела. Но все равно, я думаю, пускай будут, это уже не так страшно. И вот эти шлепанцы, которые я примеряла в аутлете Novanta di Piave в Италии, и такая же пара была в салатовом цвете. Видите, такая красивая голова льва и очень симпатичный еще, видите, золотой цвет, тоже так нарядно смотрится. Я решила, что такие яркие шлепанцы буду ходить на променаде по Италии или по каким-то курортам, куда мы еще поедем. Обязательно оставлю вам ссылочку на это видео из Novanta di Piave. Кстати, там можно было очень много чего интересного и красивого приобрести в аутлете Novanta di Piave. Очень много обуви было с огромной скидкой. И также была и верхняя одежда, и сумки. Все было очень красивое, модное. Поэтому, кто не видел видео из аутлета Novanta di Piave, оставлю вам ссылочку. Заходите посмотреть. Снимала я его во второй половине сентября. Поэтому цены актуальны. А эти шлепанцы стоили 190 евро. И решила я в Бронингере купить себе ремень Loewe. Я очень долго мечтала купить себе ремень, но цены, как вы знаете, на ремни очень дорогие. Этот ремень от Loewe двухсторонний, в карамельном цвете и черном. Стоимость 380 евро. Ну, как для ремня, я считаю, что очень дорого, но другой момент, что, конечно, он будет служить очень много лет. И видите, там мне сделали такой стоп. И в течение 30 дней ремень можно вернуть, если он не подойдет. И вот этот ограничитель, вы не сможете, конечно, этот ремень носить, если вы его не снимете. А если вы его снимете, то сдать вы его уже не можете. Но я не планирую его сдавать.
А вот приобрела себе, решила уже, если я сейчас не возьму, то, наверное, буду потом еще очень долго собираться. Все-таки 380 евро, это как для ремня, мне кажется, очень дорого. Хотя у Loewe это самые приемлемые цены, у других брендов ремни стоят еще дороже. Конечно, хотелось с вами поделиться моими покупками. И хочу вам сказать, что вот когда я стала вести YouTube-канал, я стала себе приобретать те вещи, которые никогда раньше в жизни не приобретала. Вот такие дорогие. Когда ты постоянно в этом находишься, с этими брендами, снимаешь, смотришь, цены видишь, то тебе уже начинает тоже этого хотеться. Это, конечно, вот специфика таких вот YouTube-каналов. Пишите ваши комментарии, как вам нравится ремень, готовы ли вы потратить 380 евро на него, и шлепанцы от Gucci, если вам понравились, мне будет очень интересно. И как вначале я вам сказала, я ездила в Украину, покажу вам видео о моей поездке, надо будет смонтировать, сделать. Также в Duty Free с вами зайдем обязательно, так как я летела в Польшу на самолете, поэтому посмотрим с вами тоже цены. А кожушки из набивной шерсти, производит их Западная Украина, их также можно стирать, и цена за 3 мне обошлась 52 евро, а в гривнах один стоит 800 гривен. Поэтому вот такие вот мои покупки были в Украине, особо ничего не везла, потому что у меня был только один маленький чемодан. Ну а на сегодня буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео. Надеюсь, не забудете поставить лайк, написать комментарий и также оформить подписку. Мы с вами обязательно будем разыгрывать чашки от Велерой и на 6000 подписчиков от торговой марки Мейсон. Всем удачи, жду вас в новых видео.